Я стою в своем городе, и снег, он метет и метет. Заживет ли мое сердце, мама? Заживет ли оно? И оживет ли? Самолет притянет небо, вдруг поменяется погода. Я хочу туда, где солнце, я хочу в другое время года. Да что же все-таки случилось? Ну снова слева что-то забыло. Ты еще так и не понял, я так еще ни разу не любила. Снег на моей голове. Снег, я стою в нашем городе, и снег, он метет и метет. Заживет ли мое сердце, мама? Заживет оно и живет ли? Мама, я смогла вернуться к своему городу на побережье. Ну вот зачем эта гордость? Не нужна она, нужна одна лишь смерть. И мама, я не один, со мной всегда мои люди. И я знаю, наше сердце бьется. Ведь мы все знаем, что со всеми нами будет. Thank you.
Спасибо большое, люди. Я сегодня не то, чтобы клятвенно обещала, а знаете, как произошел, конечно, пополнящий казус. Единственное, зачем я в свои 41 год могу управлять, ну, относительно страной нет. Вот, я многим могу управлять, я не умею управлять только одной вещью, я не умею управлять временем. Вот, спеть, я не то чтобы обещала Эмме Васильевне, я сказала, Эмма Васильевна, 3 сольника, я с 7 до 11 петь не буду, клянусь. Сколько времени сейчас? Без 10-11, я не просто нарушила, она сказала, ты уверена? Я говорю, я вообще уверена, что я в 10, я говорю, вот увидите, я в 10 закончу. Ничего опять не получается. Дорогие люди, я поняла, что невозможно, только Иосиф Давыдович может себе позволить петь долго. Вот, я пока себе такого позволить не могу, хотя, наверное, физически могу. Я действительно благодарю вас за этот концерт. Это все на сегодня. Большое вам спасибо. Также спасибо тем людям, которые действительно приезжают из других городов. И неважно, девочки, спасибо вам большое. Ростов тебя любит! Да, с днем рождения нас всех. Нам 300 лет уже. Спасибо вам еще раз большое. Низкий поклон. И теперь я заберу свои цветочки. Ура! Красота. Так, я тут взять что-то.